Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Да. Ой, как громко все-таки. Ну ладно, здорово еще раз. Теперь я сегодня светлоликий буду. Я буду капитаном полюции. Надо туда сначала. Так, стоп, что-нибудь я взять хочу. У меня тут вообще ничего нету, только привилегия и как бы все. Началось мое путешествие на этом серваке с изучения законов на госпрофессии. И они тут, кстати, очень важны. В зависимости от законов вы можете очень сильно насолить людям на этом серваке, потому что законы здесь так устроены, что они почти никак не регулируются правилами. Ну, за исключением базового, типа маники легально на хранение у банкира, и все. Это база, от которой ты никак не отвертишься. Ну, а если говорить и про правила, и про законы города, то как первое, так и второе максимально нацелены зачастую на то, чтобы испортить какому-либо человеку игровой процесс. И хоть все это вместе попадает под правило антиигрового поведения, которое как раз запрещает портить игровой процесс людям, оно тут никак не регулируется. А вот законы такие, можно подушнить, кажется. Так, госы игнорируют все законы, исключение 1 и 8 закон. То есть я курить и парить в общественном месте не могу, как и принтеры хранить. Понял. Брать взятки не могу. Исключение дать 60% мэру. Открытое ношение оружия. Зачем оружие в открытости? А? Спрашиваю вас. Ладно. Побегал он с оружием, да? Ну все, отбегал ты свой друголек. Как ваши дела? Более-менее. Ну хорошо. Здравствуйте, по поводу... Вызов получили по поводу терапии? У меня ее нету, я могу купить. Подожди, а какой закон запрещает самострой? Ты мне объясни, пожалуйста. Я как твой непосредственно начальник должен знать. Ответь, по поводу самостроя. Алло. Да мэра убили, больше нету законов. Выходи из его дома. Давай, выходи. Все, нету. Выходи. С дома его развязывай. А кто мне развяжет? Спустись сюда, спустись сейчас. Давай я тебя развяжу. Спустись, тебя развяжу. Оставь его сейчас. Оставь его, дай развязать. Оставь, я тебе даю приказ. Ты что, ненормальный? Хорошо. Неподчинение приказам. Там. А законов во всем нет, сейчас новости. Чмо ебаное. Погоди, он стафилять начал, он тебе нанес урон? Да. Да, как у него ник еще? Все, сейчас разберемся. Че, ебнешь его, да? Давай, ебни его. Давай, я все видел. Да, все супер. По какой причине ты не выполняешь приказы, которые тебе отдает на ч***, пытаешься затазерить и еще убить своего начальника? Отвечай. Тебе какая разница, тэпнулся я сам или тэпнул меня он? На вопросы отвечай, которые тебе на жалобе задают. По ну, какой причине ты это все делаешь? Нанес он ты ему за что? За то, что да, ебаный он. Ну вот, ответ давай. И... Да. Вопроса нет. Нон РП и получается фридамаг. Вы меня учить еще будете. А что там еще было? Я просто не видел. Ну, вот смотри, он за ГОСа, то, который подчиняться должен капитану. Дал тебе приказы, пытался меня тазернуть и как бы расстрелять. Это как бы все вкупе тянет на нон РП. Да, я тут согласен уже. Пишите жалобу на форум при любом несогласии. Не вырублю. Ну и пошел на. Да, правильно. Вот хуй-то какое, а? Вы представляете вообще? Чмо, блядь. Выруби его из ченджер! Пока я монтировал, заметил одну очень неприятную херню. Дело в том, что у меня дикий рассинхрон по всем трем дорожкам. Одна видеодорожка и две аудиодорожки с голосом моим и со звуком из игры. Вдобавок ко всему этому, очень сильно зашакалились аудиодорожки. В некоторых моментах вы уже, наверное, могли заметить, как пропадает у кого-то голос, когда кто-то что-то говорит. Заранее предупреждаю, это не я каким-то новым образом зацензурил звук в некоторых моментах. Это просто так криво и херово записалось. Поэтому, пожалуйста, не ругайтесь. К следующему ролику я постараюсь это исправить. Впустите, я капитан полиции. Да, да иди нахуй сюда. Не понял я сейчас прикола. Человек, пошел нахуй. Понял? Привет. Я слушаю тебя. А по какой причине ты провоцируешь госсотрудника на реакцию какую-то? Кого я провоцирую? Я тебе говорю, пошел нахуй.
Ну, с какой целью ты это делаешь? Ты меня просишь что-то, я тебе говорю, пошел. С какой целью ты это делаешь? С какой целью я это делаю? Что? Я тебе просто сказал на. Ну, это провокация госсотрудника. С какой целью? Какая нахуй провокация? Я тебя просто оскорбил. Ты мог меня арестовать. Ну, сознательно нарушать закон. С какой целью ты это делаешь за бармена? Что ты несешь? Я просто пошел. Таким образом, я тебе отказал в твоей просьбе. А ты никто в той ситуации форме был, чтобы отказывать госу и провоцировать его просто так. У тебя идет нон-РП. Всего доброго. Да кого? Ну, блядь, ты сам спровоцировался, дружище. Ты сам подошел, блядь. Знаешь, провокация — это когда ты сам спровоцируешься, понимаешь? Ну, ты целенаправленно начал оскорблять госсотрудника, послал, зная, что это гос, видя его униформу. И поэтому у тебя идет провокация. Ты сделал, понимаешь? Всего ты доброго. Попросил. Я отказал тебе в просьбе. Да, я понял. Так, а я сейчас еще хочу, получается, мэра тэпнуть. Привет. Алло, слушай. Я хочу узнать, у тебя пользуется ли в мэрии какими-то, не знаю, дополнительными привилегиями человек, который находился там, бармен? Слушай, секунду, а почему ты человека забанил, собственно, за НРП? Я другой вопрос задал, ответь на него, пожалуйста. У тебя человек, который находился в мэрии, нарушал закон сознательно. Почему ты не сделал ничего с этим? Какой закон? Оскорбление госсотрудника. Да, оскорбление госсотрудника. Секунду, у него была лицензия на игнорирование, то есть законов, исключение первого. То есть он мог игнорировать законы по типу там неподчинения, оскорбления, вот. Что? Какая лицензия на игнор законов? А вот такая. Два дурачка подумали, то, что они могут друг друга таким образом прикрыть и легально вести себя как конченые животные, что в принципе для этого сервака неудивительно. Если вы обратите внимание на свод законов, а он тут достаточно огромный, то вы можете понять то, что с этой лицензией челик якобы мог нарушать каждый из этих законов, ну не считая закона о принтерах. Такая особенная лицензия есть только у его друга. Всем остальным он почему-то продает обычные лицензии на оружие, ну или же на бизнес. Налицо прямое нарушение правила НРП, что у первого дебила, что у второго. То есть там были практически все законы впихнуты, на исключение первого, потому что первый — это если был бы НРП. Подожди, ты мне объясни, как это работает? Ты прописал, что есть какое-то исключение нарушения законов с наличием лицензии? У него была лицензия. На что у него лицензия? У него была лицензия на игнорирование законов, исключение один. Так, и где эта лицензия отображается? Объясни. Ну, кстати, над головой. То есть он мог ее взять, просто взять С, ПКМ на человека и показать лицензию, все. Так, и там прям пишется на игнор законов? Но там прям пишется лицензия на игнор законов или что? Так. Лицензия на игнорирование всех законов. И где это пишется? В чате. Ну, в чате это ты сейчас сам написал, понимаешь? Ну так это пишется в чате, ты чё, умный? Ну, то есть текст ты сам подбираешь, правильно? А он не госсотрудник, верно. Это пиздец какой-то. Чё за нахуй бред? Ну, слушай. Ну, по факту ты сделал законы, которые просто отключаются с наличием лицензии. Суть законов как бы не в этом. Ну, и я как-то человека ограничиваю. Без наличия лицензии, ну, человек по факту ничего не может делать. А с наличием лицензии он может нарушать законы. Что это за бред? Суть законов как раз-таки в том, чтобы их соблюдали. А вот тогда смысл вообще законов, если какой-то закон все равно ограничивает человека? Ну, смысл? Смысл в том, чтобы за это шел арест или же расстрел, смотря кто ты конкретно, мэр или же диктатор. Смысл законов в этом, а не в том, чтобы продавать разрешение на их нарушение. Можно так сказать, разрешение было только у одного человека, вот. И это у него, и все. Ну, и где-то об этом сказано? То есть ты кому-то собирался вообще продавать разрешение на нарушение законов? Я именно продавать не собираюсь. Это а, я понял, ты выдал карт-бланш на нарушение всех законов одному человеку. А как это вообще произошло? Выборочно как-то, да? Другу? Просто это выдается по доверию. По доверию. Если по какому доверию? Ты просто другу закон? Одному выдал разрешение нарушать все законы. Что это такое? Он практически сидел, короче, в мэрии, там за банкира, маники там и прочее. И, собственно, из-за этого у меня к нему появилась доверенность. Где-то об этом сказано в законах, чтобы люди знали.
Нет, я не вижу этого. А зачем это прописывать в законах? Давайте мы будем прописывать в законах, пошли пукнуло, что нет, чтобы люди знали, что нет, а? Ну, такое надо прописывать. Да. Просто человек бегает и нарушает, грубо говоря, законы из-за того, что ему мэр как другу своему выдал разрешение какое-то там. Не как другу, а как доверенному лицу. Давайте начнем с этого. Ну, доверенное лицо на каком основании? Как на может быть бармен доверенным лицом мэра самого? Светло. Собственно, я уже с ним был там знаком, когда, где-то сегодня. Он там пришел за банкира, нам помогал, то есть у нас стояли маники в мэрии, он был за банкира. И там где-то это мы когда было? Часа два. Это было то, что он приходил, маники ставил. Когда онлайна было мало? Когда онлайна мало было? Ну, то есть часа два назад точно это назад было, да? Ну, где-то часа два назад, но я не утверждаю, что это точно, ага. Может там один, где-то так. Короче... Но сейчас-то он за бармена играет, понимаешь? Сейчас, секунду. Сменил профориентацию, все. ПРТ сменил профориентацию. Не профориентацию, это НЛР, ты понимаешь это, нет? Ты меняешь профессию, ты выходишь, появляешься в городе как новый человек. Даже если так, после этого... Там, короче, была такая сценка, было такое, что все равно, то есть он находился в мэрии, у него был доступ, вот, потому что он доверенное лицо. Да, а доверенное лицо с новой жизнью на каком основании? Ни на каком. Вы, наверное, уже запутались, но я здесь, опять же, не просто так. Я здесь для того, чтобы вам какие-то нюансы объяснять. Так вот, на этом серваке есть правила, и они просто как недоработаны. И в данный момент я говорю о правиле НЛР. На серваках обычно предусмотрено каким образом. Если у тебя ХП до нуля доходит, ты как бы все умер, ты возродился, у тебя началась новая жизнь, и у тебя сбрасывается лицензия. Но здесь-то работает абсолютно по другой схеме. Хоть 100 раз ты отъедь на спавн, лицензия у тебя останется. И какая-то появляется, знаете, несостыковочка, то что у тебя уже новый персонаж, ты новый человек после того, как ты отлетел на спавн, но лицензия у тебя осталась та же для того какого-то человека из прошлой жизни. С одной стороны, походит на абуз правилам НЛР, а точнее его недоработкой, а с другой стороны, это просто, недоработка правила очередного на этом серваке, что в принципе для этого сервака не новость. Потому что я о недоработках и дырявых правилах на этом сервере говорю уже не первый раз точно. И знаете, ситуация от ролика к ролику особо здесь не меняется. Правила как были предназначены для того, чтобы людей душить и портить им игру, так такими и остались. Вообще, если так логически размышлять, как человек умирает, умирает человек, может там, он умер там на базе, через 5 минут он приходит на эту же базу, потому что НЛР кончился. Сейчас она рассказывает, еще что-нибудь найдется. И все. Давай там жить вместе дружно, а давай ебать или что? Это происходит так, ПРП, то что ты приходишь в этот мир гражданским, и ты выбираешь себе, с какой ты профессии начинаешь свой путь. После того, как ты берешь какую-то профессию, у тебя начинается новая жизнь. До тех пор, пока тебя не убивают, если это не нарушает правила. Либо до тех пор, пока ты не меняешь свою профессию. Там в правилах, как я помню, прописано, сейчас, секунду. Но в правилах не прописано, значит, ты ищешь лазейки в правилах. Секунду, то, что они дырявые, тебе никакого права не дает обузить их лазейками и недописанностями всякими, недоработками. А ты этим прямо занимаешься. У него в итоге выходит НЛР, а у тебя выходит НРП, потому что ты берешь за мэра, выборочно даешь человеку лицензию, даже не знаешь. Тем более ты даешь ему лицензию на нарушение всех законов города. А в чем НЛР его заключается? Давай слушаем. Ты мне сам только что объяснил, то что он был банкиром, да, ставил маники, получил твою доверенность и с этой доверенностью до сих пор играет, учитывая, что его, скорее всего, за это время убивали, либо менял он профессию. Может быть, я не берусь утверждать. В чем у него НЛР-то? В чем у него НЛР? Я тебе объясняю еще раз, то что берет профессию банкира, получает какую-то твою доверенность, как бы, окей, хорошо, на основании того, что там, не знаю, вы очень много времени вместе проводите в одном пространстве, и ничего он такого за это время не учудил. Но после этого он приходит в игру в виде нового человека, но за профессию бармена, и он тебя не знает, ты его уже не знаешь, но ты ему оставляешь входы в мэрию, и еще
плюсом к этому даешь разрешение, которое никому не описано в законах, о том, что он может нарушать все законы города. А это слушай, как слушай, называется, слушай, по-твоему? Слушай, светло, светло. А давай я от любому на спавне выдам вот разрешение какое-то. После чего... Хорошо, выдавай, у тебя будет еще одно нон-РП, слушай, понимаешь? Слушай, не перебивай меня. Ты, не знаю, там гасишься, героином колешься или что у тебя там. Вообще, первое предупреждение, слушай. Оскорбительное поведение на жалобе. Подскажи, лицензия после смерти у человека остается? Остается. Которого он получил? Остается. Но значит, это недоработка сервака. Нет, наоборот, это доработали, типа сапи. После смерти раньше, вроде раньше, вот лицензия пропадала, а сейчас вот остается все. Это система. Но это системная недоработка, понимаешь? После смерти начинается новая жизнь, и у нового человека в этом городе нету никакой по-хорошему лицензии ни на что. Он приходит сюда новым человеком, который не помнит свою прошлую жизнь, и куда пока лицензия, на что, откуда, тоже непонятно. И то, что люди умирают здесь и появляются дальше, ухай, это сделано вразрез с правилом НЛРа. И эта проблема исключительно сервака, то что тут такие дырявые правила и недоработанные механики, типа вот этой вот лицензии после смерти. Ни один человек не может мне логически объяснить, как это, блять, возможно, если человек приходит сюда новым гражданским после смерти, либо там, не знаю, с другой профой, и лицензия у него остается, за исключением госов. Ну вот, и я не ебу. И это идет вразрез с правилом, я тебе об этом говорю. Я не говорю, что ты кодер, я тебя в этом не обвиняю. Я тебе просто объясни то, что так делать нельзя. Чем у него НЛР, ты объяснишь, типа, то, что... По-хорошему, если он сменил профессию, либо умер, имея там какую-то лицензию, ее нужно у него изъять. И дальше уже с ним никаких диалогов и прочего, как, типа, друзья не вести. Надо заново налаживать какой-то контакт, чтобы он заново был доверенным лицом. А ты просто нового челика на профессии бармена впустил, который ходит, хуйтит полицию, у которого якобы лицензия на нарушение всех законов, кроме первого, и никто об этом не знает. Типа, ты прикольно придумал другу своему дать одну такую лицензию. Одному на весь город, а людей, кстати говоря, ну, 30 человек на минуточку по городу всему. А вот пришла наборка, которая тоже не знает, как без вышки ответить на данный вопрос. Что у вас за пи***ц творится с правилом НЛР, и почему у вас лицензия остается после того, как челик отлетает на спавн? Нормально, он же мешает, если его не убили. Да, хорошо. После смерти тогда, смотри, новый человек появляется, который все забывает, да? Ну. А как тогда у нового человека в городе после смерти остается лицензия из прошлой жизни? Так решил кодер вместе с создателем проекта. А как это решил кодер вместе с создателем? Это пиздец. То, что это идет вразрез с правилом НЛР. Если бы я мог лазить в их голове, я бы тебе сказал. Но если тебе очень интересно, я могу спросить. Ну, значит, здесь правило НЛР не работает так, как оно задумано. Не, если тебе очень интересно, я могу спросить сейчас у создателя, как это работает. Да, мне просто логическое объяснение было бы неплохо узнать. У человека лицензия на нарушение всех законов была, и после смены профессии он все еще помнит своего друга мэра, который выдал ему эти разрешения, пароли от мэрии, от застройки. А также у него осталась на это все лицензия. Давай бармена. Мы будем брать не смену прав, а просто смерть. Потому что все-таки там стоит слово смерть. Но все же про смену профессии стоит тоже уточнить тогда. Тут ничего про это не прописано. В правилах все прописано, в чем вопрос? Да в правилах много чего не прописано, но считается за нарушение, если так посмотреть. Если поиграть на этом серваке чуть тебе больше, чем делать обычно. Нечего, да? Мне, да, мне делать нечего, вот. Немного потом админ мне ответит в личке насчет лицензии и насчет НЛР. Спойлер, если вы берете профессию и потом снова с кем-то начинаете общаться, как ни в чем не бывало, НЛРом это считаться не будет. Ну а то, что у вас остается лицензия после того, как вы отлетели на спавн, что идет вразрез с правилом НЛР, это уже недоработка сервака, как мне сказала наборка, точнее передала от вышки. Не, ну конечно, эти комики придумали лицензию на нарушение законов, ну что это, сука, за бред? Ого. Ого. За что убил, непонятно. Ну, давайте тэпнем его. Привет. Привет. А объясни, по какой причине ты убил Госа? Че? По какой причине ты Госа убил? Можешь выключить у тебя... По какой причине ты убил Госа? Он стоял возле моего...
Это не является причиной для убийства. Почему? Ну, а почему это должно являться причиной для убийства? Более не было комчаса даже. Ну, более... так. Ну и где здесь причина для убийства адекватная, обоснованная? Ну, хорошо, смотри, я обосновал. Ой, причина для убийства. То, что какой-то полицейский один возле моего дома стоит, берет ордер на обыск. А я стою вот с оружием. Ну, во-первых, никто ордер не брал. Во-первых, никто ордер не брал. И просто человек стоял возле твоего дома. Ну, все равно у тебя выходит фрикил. С оружием. Давайте денег. Не надо, у меня есть. Тоже есть, давай. Мне деньги не нужны, у тебя выходит фрикил. Давай, мы... 10 минут у тебя бана выходит, всего доброго. Ля, сука, дебилы какие-то, ну... Ты не знаю, мне может кажется, или на финике каком-нибудь, или же на мэджике люди как-то, ну, поадекватнее причины для килла выбирают, пусть и тоже нарушаю. Но это вообще, ты просто стоял возле моего дома, я тебя затулю, реально да какие-то, пиздец. Какой-то сборник слабоумных, ей-богу, это просто писос. Тут ты спрашиваешь у человека, зачем ты меня убил? Ну, ты стоял возле моего дома, брал ордер. Без комендантского часа ты тем более стоял возле моего дома. А что, запрещено это где-то? Не, понимаю, гетто там можно как-то орудовать, да, грабить кого-то. Но просто Всё. Так на кого-то нападать, это такой себе, мне кажется, вариантик. Про лицуху недоработка. Сука, ну как я и говорил, ну блять, ну я... Про смену профы можно, если ты забыл, это для чего? Вышел. Ты чё, мудак, совсем ебанутый, что ли? Ребята, я понял, в чем была проблема. Проблема была в том, что я во время записи, вот через Shadow Play, я, получается, оставил мгновенный повтор. Ну, вот он тут вот есть. Посредние там 10, 5, 15, 20 минут вы себе как бы сохраняете в виде демочки такой короткой. И можете ее сразу же показать. И я оставил ее включенную, эту функцию. И вместе с ней включил просто запись демки. Из-за этого какой-то сраный рассинхрон вроде бы случился. Сейчас я попробую без этой функции записать и посмотреть, будет ли рассинхрон и помехи у голоса и у игрового звука. Честно. Почему не дома находитесь в комендантский час? Так, сейчас причина в ПНН. И что? Они сидят дома. ПНН — это проверка на нелегал. Комчас в любом случае обязует сидеть дома. Сейчас, так что мы имеем право вас арестовать. Нет, нет. Нельзя, даже если комчас идет хоть 14, хоть 30 минут. Надо дать либо предупреждение. Только после предупреждения можно арестовать кого-то. Какой же бред, блядь. КЧ идет 15 минут, тебе нужно... То есть правила тебе говорят о том, то, что здесь горожане, сука, слабоумные настолько, что они через 15 минут не понимают, что идет КЧ. Чье это помещение? Мое. Что? Что ты хочешь? Что у вас труп делает? Да я откуда знаю? В смысле, откуда знаю? Здорово, Купер. Встаньте лицом к стене, осмотри. Здорово. Кого ты осмотреть хочешь? Вас. Вызови детектива, да проверяй трупы. Я обязан вас проверить. У вас в помещении найден труп человека. Детектива вызови и проверь, кто убил лицом людей. К стене, в чем проблема? Расследование, пиздец. Еще один, сука. Надо будет вызову. Кто у вас еще раз делает труп человека в помещении? Вызови детектива, ты слышишь себя? Нет, блядь, алло. А зачем вы истерите? Вам же... Ты вменяемый, ты пьяный на работу вышел или что? Чуть-чуть пьяный на работу вышел или что? Проверьте его, он обдолбанный какой-то. Солдат, проверьте вот этого сотрудника своего, он обдолбанный какой-то, он не понимает. Что ты делаешь? Нет, предупреждение дай, предупреждение. Я уже давал предупреждение, адекватнее себя вести. Нет, ты уже не давал, что ты рассказываешь? Я уже сказал, адекватнее себя вести. Я уже попросил не истерить, вы продолжаете орать.
не город, а какой-то, ну, отстойник детей слабоумных. Ну, я просто у чела хочу спросить, за что, ну, что у него труп делает? Он начинает орать на меня, горланить, я его просто хочу, ну, как хозяина помещения, у которого труп обнаружили, обыскать, он орет. А вот тут я занимаюсь обычной деятельностью полицейского, и нашел я какого-то чилика на суперимбалансной профессии, который летает на катане и открыто носит оружие. Я попытался с ним выйти на контакт, попросил несколько раз не доставать это оружие в общественном месте, на что ему было по боку. Кстати, тут тоже есть такая тенденция, если у тебя есть какое-то оружие, которое позволяет тебе избегать РП-процессов, то этим все, конечно же, пользуются. Это основной стиль геймплея на таком серваке, поэтому удивляться здесь нечему. Открытое ношение оружия, неподчинение приказу, убрать оружие, не доставать его. Я убрал оружие, алло. Вы открыто перемещались с оружием по всему городу и уходили от диалога с госом. Ты че, мудак, совсем что ты делаешь? А ты мне расскажи, зачем ты начал нападать на госа на улице? Ну, бля, ты типа начал арестовывать. А я тебя его спасал. Как это касается? Это близкий он. Мы с ним один хлеб делили, в одной тюрьме сидели. Ты не оправдай. Подвернулась возможность, вот я и начал уебывать. Еще вопросы есть? Смотрим логи арестов того челика с катана и понимаем то, что в тюрьме он оказался за сессию всего лишь один раз. И это тот раз, когда я его арестовал. Так, ну, получается, что, долго, вы с ним в тюрьме сидели вместе? Вы с ним в тюрьме вместе сидели? Да, мы вместе с ним двигаемся. А чё ты с кому фишем ходишь? Почему ты свой голос не можешь показать? Ну, я стесняюсь, это он у меня очень неприятный. И мне 10 лет. Прям сильно неприятный? Да, ужас, я стесняюсь его. Ну а чё, сделал по грибе тогда, а то прям пискля-пискля. Зачем ты обманываешь, говоря о том, то, что вы с ним в одной тюрьме сидели и после этого как бы вместе двигаетесь? Если он за всю как бы свою сессию сидел в тюрьме один раз, это тогда, когда я его посадил. Я тебя вообще не понимаю, если честно. Ну, ты говоришь, что ты с ним в одной тюрьме сидел. Да, в одной тюрьме сидели, один хлеб делили, одну бабу. Ну, за эту сессию он всего лишь один раз сел в тюрьму, когда я его посадил. Вот при тебе. Да это я так относительно сказал. Это не означает то, что я с ним вот в одной тюрьме, типа, вот-вот сидел. Я про то, что мы друзья, как бы друг друга защищаем. Первая попытка обмана не удалась, и он начал пробовать второй раз. И для этого я его вернул на время и тэпнул того, кого я арестовал в начале этой ситуации, чтобы узнать, есть ли у него какие-нибудь дружественные контакты, с которыми он в данный момент, пока играет, пересекается. Скажу сразу, ответ этот был ожидаемый. А ты с кем-то корешишься на серваке? Вместе бегаешь, играешь? Нет! Нет? Ну, хорошо, все, вопросов нету. Привет, у тебя обман администрации и нон-РП с фридамагом. Че? Я потерял тебя. Ну, обман администрации, нон-РП и фридамаг у тебя на душе. Какой обман администрации будешь? Ну, ты сказал то, что ты с ним вместе тимишься, корешишься, играешь. Ну, на самом деле, это не так. Да, мы вместе с ним двигаемся. Ну, не надо обманывать, я еще раз говорю. Я уже тэпнул его, узнал у него. Он сказал, то, что он ни с кем не играет. Он ты его сейчас телепортируй, он тебе подарит то, что мы вдвоем двигаемся. Я его только что тэпнул, когда тебя здесь не было. Он мне сказал обратно. Ты его сюда телепортируй. Я уже его тэпнул. То, что мне надо было услышать, я услышал. Дальше спорить не вижу смысла, вы даете наказание. Давай ты хуйню паришь. Главное просто объяснить. Главное просто объяснить причину наказания. А все равно, тут как бы льготники по развитию играют, они не поймут. Нет, надо просто объяснить, чтобы не было одного. В общем, у тебя выходит 50 минут бана за то, что был обман администрации у тебя. Но НРП, то, что ты, не зная человека, напал, получается. Не мешай разборкам первого предупреждения, не перебивай меня. Пойми эту то, что мне это неинтересно, баню уже. Я понял, у тебя также идет еще помеха разборкам. Я даже не собираюсь слушать. Ну, потому что ты не умеешь слушать. Мне не надо эти нотации читать. Мне не надо эти нотации читать. Просто за бань, просто сам разберусь, за что и почему. Да, ты с правилами разобраться не в состоянии, а ты тут еще с чем-то разбираться помимо решил, да? Я тебе одно сказал, ты начинаешь... А помеха разборкам я добавляю еще одно наказание. Хорошо. Побольше будешь сидеть в банчике. Сюда его сейчас телепортируют и все, я уже не вижу никакого смысла. Ты нарушил еще одно правило. Помехи разборкам. Тебя попросили не перебивать. Ты продолжаешь это делать. Я говорю, забай меня просто-напросто. И все. Зачем ты мне нотацию читаешь? А чтобы у тебя больше нарушений вышло. Чтобы тебя на больше срок забанить. Вот ты меня забанишь. Я обдумаю свой поступок. Больше нарушений не будет. Мне вот эти нотации нужны. Хорошо, поздравляю. Но цель остается той же самой. 3 часа челик себе напил. Ну...
Блин, он вроде бы такой взрослый, но такой тупой. Ну, вот я тебя попросил, ну убери оружие, ну зачем ты с ним ходишь, размахиваешь? Ты с ним ходишь, размахиваешь. Зюзю. На! Неподчинение, открытое ношение оружия. Все, туда тебе. Ну я примерно знал, что это случится. Я вас прощаю. Балашиха. Эй, коллеги звонят, все там почему-то. Покушение на... Покушение на голос. Открой двери, блядь, я застрял. Ну. Двери, блядь, я застрял. Мама, мама, папа. Нет, только не мама, папа. Дурачок? Дурачок? Дурачок совсем, так... что ли? Ты прямо на въезде в город это все делаешь, нормально? Да, я Ну, типа, меня пытаются арестовать. Ну тогда тебя пытаются арестовать за покушение на госсотрудника и за убийство. Ты будешь за это арестован. Да ты лох просто. Да ты лох просто. Ну второй раз в тюрьму улетаешь ты, а лох я. Это как работает? Ты лох просто. Ну ты лох просто. Я бы на твоем месте ладно. Да нет, ну что поделать? Ну что лох обиделся на арест первый раз и пришел мстить после этого во второй раз. Ну подумаешь, давай, ББ. Поплачь про войсмодик, нищий. Лех. Тебе что, челюсть ху подбили, а? Да блять. Войсмод можешь, пожалуйста, выключить? Да, да. Я его обязательно выключу, если ты мне донат такой не закинешь. Давай. Да, да. Сигма, сигма, сигма. Да-да-да. Ребят, можете поочередно выйти на улицу, встать лицом к стене, я вас обыщу на нелегал и обратно зайдете. А можете просто зайти сюда и нас в доме обыскать, мы просто боимся за безопасность. Все нормально, если до вас докопается какой-нибудь сотрудник, а ну стоп, 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 людей уже два человека было. Нож, вейп, ну ножи у нас не облагаются никакими налогами, тогда заходите обратно, следующий кто-нибудь, выходим. Вот вы, например. Выходи. Без проблем, только я чуть-чуть, совсем чуть-чуть опасаюсь. Все нормально. Уже два человека тут такие подозрительные. Ножи, будет, пожалуйста, выезжай. А, так, заходим обратно домой, и вы как раз последний, да, вот кто больше всего как раз опасается. Быстро. Отстреляйтесь по-быстрому, и потом бояться что? Будет нечего. Выходим. Ну хорошо. Я бомж, я иду все равно. У меня тебе сказал, что один раз. Так, а тут целый арсенал у вас. Лицензия у вас имеется? Нету. Сидите на вокзале, я бомж, вы меня не имеете права ограничивать. Ну, раз нету, то нелегал. Нету закона, который тут ограничивает... Тут проблемка. Слушайте, нету закона, который ограничивает бомжей? Какая? То есть, чтобы они во время комчаса ВП сидели на... Ну, типа, минуту посидит вместо пяти или трех, ну, бывает. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Хорни Девил, Илья, Юрий, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан Франциско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Эспада, Латук, Копедит, Андрей Муратов, Рью Сташ, Спарки, Влад Шулик, Иван Ворон, Факап, Клоунака, Пересвет, Афорбис, Айтвальс, Толер Хапаевич, Хаку, Манки, тот самый микробандит и Патрон 1, а также остальным ребятам у вас на экранах.